Всем привет. Полевые испытания. 4 августа. Говори. Вот пью кофе с молоком. В своей машине. Да. С холодненьким. И свежеустановленного холодильничка. Розетку сегодня сделал для него. Продуктовый запас у нас НЗ-шный. С непортящимися продуктами. Только пополняем. Вода, соответственно. Вот. Плиточку поставил. Скипятил кипяточку, кофейку. Кофе вот не реклама. Вот такой. Не надо, то будут авторские права какие-нибудь. Никакие авторские, просто самое дешевое было по акции. По секрету. Всему свету. Да. Все, со шторками что там определился с задними? А, со шторками. А шторки он взял три прищепки и штатным болтиком прикрутил. Пока пойдут. Все. А впоследствии неодиновые магниты купим и вошью сверху. Будет просто на магнитах все шторки. Туда шторки надо купить. Ой, холодильник загудел. Гудит, работает. Вот эти крючочки очень удобны, чтобы повесить влажную тряпочку, протереть в мусорный пакетик. И даже рулончик бумаги. И даже... На ручке прекрасно вот полотенце поместилось. На данный момент машина готова, но нет предела совершенства. По нашим финансам. По нашим, ничего. По нашим беззатратным финансам. А когда-нибудь в мечтах, если разбогатеем, поставлю солнечную панель и отопитель дизельный Вебаста. И будет здесь тепло, светло, и генератор не нужен. Хотя генератор у нас есть, аж на 6 кВт. Три обогревателя тянет масляно. Всем пока. Пока.